Это у меня экземпляр нашей струны. Он состоит из пучка напряженных проволок, которые находятся непосредственно в жестком коробе. Здесь сверху головка качения. Она представляет из себя стальной штрипс, который размещается непосредственно на коробе. Здесь имеются втулки для задания траектории пучка внутри короба, для того, чтобы обеспечить строительный подъем непосредственно самого рельса на пролете. Напряжение будет передаваться непосредственно по проволокам. Здесь через заполнитель имеется связь с дорожкой качения. Заполнитель себя представляет дешевую, разработанную нами бетонно-полимерную смесь, которая и гасит шум, и может передавать какие-либо нагрузки. Также на сегодняшний день у нас имеется некий опыт в трибофатике. Данная наука нам позволяет более конкретно судить о том, как себя ведет колесо в контакте с рельсом, где нам необходимо улучшиться конструктивно по таким элементам, как колесо и рельс, влияя при этом на шумность, вибрации, плавность хода. Сам по себе рельс, он весь у нас преднапряжен. То есть, условно говоря, он весь выступает в роли струны. Поэтому, собственно, сама струна и является элементом как токопередачи нашей структуры. В железной дороге для передачи энергии используются рельсы. Вот, и у них есть какое-то сечение, через которое ток проходит. Но они сами по себе не несут такую нагрузку, как у нас. То есть у нас рельс, он более развит и имеет большее сечение поперечное. Поэтому в нашем случае, если относительно железной дороги, увеличение сечения нашего рельса для того, чтобы реализовать прочность его, оно играет нам на руку, потому что оно позволяет уменьшить потери на передачу энергии. У нас есть решение на сегодняшний день, как обеспечить подвижной состав питанием низкого напряжения, но при этом передавать энергию на значительные расстояния. То есть, ну, это 50 тысяч и более километров реализуемо. Один из важных аспектов нашей транспортной системы является беспилотное управление транспортными средствами. Ну, безусловно, анализ тех аварий, происшествий, которые происходят в автомобильном транспорте, в железнодорожном транспорте, авиационном, показывает, что основной причиной опасных ситуаций и происшествий является именно человеческий фактор. На этапе создания такого беспилотного транспортного средства нам придется проходить все этапы сертификационных испытаний, множество различных процедур, дабы реализовать те самые безопасные алгоритмы беспилотного управления. Собственно, это один из аспектов, благодаря которому наш транспорт и можно будет считать инновационным. Так, друзья, всем добрый вечер. Нас сегодня не очень много, но самые-самые основные. Но знаю точно, очень хорошо, что у нас, да, вот прибавляется, вижу, еще прибавляются люди, да. Друзья, напишите в чате, давайте начнем, как меня видно. Видно, я вижу хорошо, как звук. Звук, поставьте плюсики в чате. Как только плюсики увижу, кто-нибудь поставьте, кто владеет техникой, я имею в виду работы с чатом. Если можно, плюсики поставьте. И как меня слышно? Как меня слышно? И если все хорошо, если меня слышно, то будем продолжать дальше. Алло, алло. Угу. Наверное, скорее всего. Так, вижу плюсики. Угу. Вижу, все. Значит, со звуком у нас все в порядке, очень хорошо. Вот написал вам, друзья, всем доброго вечера. Друзья, напишите, пожалуйста, кто с какого года в проекте. Вот Сергей Александрович, так официально, Сергей Александрович с 19-го года. И, если я правильно прочитал, Стефан Кобзин, да, Стефан Кобзин с 2020-го.
другие коллеги, я вижу, что постеснялись написать. Но, тем не менее, вот Сергей Александрович, я вас поздравляю, 19-й год. И Стефан, 20-й год, это прям такой показатель. В прошлый раз, на прошлом вебинаре у нас были друзья и коллеги, которые были с 2021 года. Так, Ольга пишет, вот, если можно, вот Герман или кто-нибудь там, Ольга, напишите, как вам слышно, нормально? Если можно, в чатике вот здесь вот есть с левой стороны такая панелька, там, если вы кликните на такой флажочек «Разговоры», там можно поставить плюсики или, значит, «Как меня слышно». Вот пишет, что... Угу. Сейчас, секундочку. Наверное, скорее всего, сейчас мы настроим звук. Еще минуточку прям. Так. Настраиваем звук, друзья. Сейчас, секундочку. Угу. Есть. И специально поставил, друзья, коллеги, кто будет смотреть в записи, я специально поставил ролик про почему транспортный комплекс уникален. Это был второй выпуск, но их на самом деле очень много. Их порядка, если я не ошибаюсь, порядка семи или шести. Поэтому вы можете спокойно... Все, вижу, звук есть, все у всех хорошо. Начнем, да? Вы можете спокойно найти в YouTube эти ролики. Называются они «Почему...» Там, по-моему, так и есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. «Почему транспортный комплекс Skyway уникален?» Выпуск 2, 3, 4. Там наши молодые инженеры, наши молодые коллеги инженерного склада ума, те, кто работает в Unitsky String Technology, сейчас у нас компания так называется, как раз именно они вещают о технологии с инженерной подачей. Это очень интересно. Это очень интересно, найдите, друзья. А сегодня у нас презентация. Презентацию я построил. Сейчас я открою свой экран, потому что комната у нас настраивается, друзья, настраивается. И виртуальная комната, я имею в виду, вот вижу, что экран у меня пошел. Демонстрацию экрана я сделал. И нужно теперь, чтобы у всех пошло, да? Вот. Ну, я думаю, надеюсь, что у всех пошло. Сейчас, секундочку, я сделаю здесь маленький момент, уберу квадратик черненький, чтобы не мешал нам просмотр именно... Сейчас, секундочку. Так, вот этот мы уберем. Вот, вот этот уберем, а этот мы оставим. Чтобы не мешал просмотр... Угу. Есть. Вот так, да? Хорошо, все, поехали. Через демонстрацию экрана пока я делаю временно, потому что пока наша комната, вот эта виртуальная комната, она чуть-чуть дорабатывается именно специалистами. Там осталось немного, не совсем хорошо загружаются большие форматы презентации, но тем не менее инженеры работают, и инженерный состав, и ответственные лица дали обратную связь, что в ближайшее время надо чуть-чуть потерпеть, прям капельку, не всегда, как это всегда, постоянно инженерному составу нужно капельку дать еще времени для того, чтобы доработать, доделать, дооттачивать все свои позиции. Ну, ничего страшного, мы и в боевых условиях привыкли работать хорошо. Сегодня презентация именно вот этой транспортной системы, новой генерации транспортной системы, и я с удовольствием всегда о ней вещаю, потому что, ну, слишком глубоко и слишком хорошо она засела в мою душу, и я точно знаю, что этому транспорту быть, и я точно знаю, что это будущее нашей планеты, не только потому, что
транспорт уникальный, а он действительно уникальный, но еще и при контакте с коллегами, при контакте с непосредственно чиновниками и с людьми, которые занимают те или иные положения, значит, при этом контакте я понимаю, что именно эта технология должна быть, и она вовремя пришла на нашу землю. Те, кто не знают, и те, кто будет смотреть в записи, познакомимся. Меня зовут Волков Владислав, технический университет я закончил, инженер, механик по образованию и руковожу именно направлением, доношу информацию техническую, как бы вот так, вот SkyWorld Community. С 2015 года была Бельгия, Голландия и Россия. Пришло, в связи с тем, что очень много было работы, мы как бы разделили свои позиции, и Голландию мы отдали именно человеку, который жил в Голландии тогда. Но, тем не менее, Бельгия у меня осталась, и Санкт-Петербург еще, я курирую тоже Санкт-Петербург. Вот. Сегодня я хочу поговорить вот об этом человеке, прекраснейший инженер, вообще прекраснейший человек, и человек, я бы так сказал, что с большой буквы, и это об этом я скажу еще, почему именно так, далее. На данном слайде вы видите реальные фотографии нашего вида транспорта, это именно инновационный транспорт Юницкого, или Юницкий String Technology он называется, да, струнные транспорты Юницкого. Именно этот вид транспорта и именно те фотографии, это тоже реальные фотографии. Спасибо большое фотографу, который поймал на одном кадре сразу 6 наших видов транспорта. Вот если вы посчитаете, то у нас на кадре 6 видов транспорта из 11. Да? Вы знаете, что, коллеги, те, кто будут смотреть в записи, те, кто новички и те, кто не знает, у нас 6 видов транспорта, 11 видов транспорта. Здесь на этой фотографии мы видим 6, и спасибо большое тому фотографу, удачный, видимо, глаз, такой глаз алмаз или орла, когда вот четко запечатлил именно в этой позиции 6 видов. Прекрасная фотография, большое спасибо. Сегодня я хочу сказать несколько слов об Анатолии Эдуардовиче Юницком. Именно так именно его именем названа технология Юницкий String Technology, и он имеет на это право, потому что эта инновационная струнная технология получила свое развитие 38 лет назад, когда Анатолий Юницкий решил оптимизировать систему транспорта, сделав ее доступный, высокоэффективный и безопасный. И ему большое спасибо за это, потому что все эти годы он неустанно это делает. И в данном случае генеральный конструктор именно этой инновационной технологии струнного транспорта, он же ученый, изобретатель, автор более 200 научных работ, 18 монографий и более 100 изобретений. Многое у него. Многие его, практически все изобретения, патенты и все, что связано с разработками, можно увидеть на его личном сайте inжиньер-юницкий.com. Можно просто набрать и посмотреть. В 2001 году эта технология строительства рельсо-струнной путевой структуры и опор, и основные узлы и элементы именно транспортно-путевого поколения прошли успешную апробацию на, те, кто знает из истории, на испытательном полигоне, построенном в городе Озёры. Это было под Москвой, да, Московской области. Сегодняшний уровень, конечно же, сегодняшний уровень именно, я бы так сказал, проработки струнного транспорта или проработки струнной технологии уже позволяет точно и стопроцентно приступить к строительству трасс. Или можно сказать так, что немедленно приступить к проектированию, вот так, наверное, будет точнее, к проектированию той или иной трассы с соответствующими шагами. То, что мы уже полностью готовы, что, в принципе, не просто готовы, а в этом направлении и работаем. Вот. На этом слайде вы видите как раз именно тот
то состояние или ту путевую структуру в 2001 году, где по путевой структуре ходил ЗИЛ-131, на фотографии вы видите, ЗИЛ-131, где мы получили очень много цифр, я имею в виду исследований, испытаний именно путевой структуры. Мы здесь испытывали путевую структуру, не ЗИЛ, да, и она очень хорошо получила место быть, я бы вот так сказал, где мы получили, вот вы видите протокол, и в этом протоколе, да, было как это, черным по белому запротоколировано в повестке дня, что рекомендовать проработать вопрос о развитии испытательной базы и рекомендовать провести параллельную проработку вопроса поддержки и финансирования проекта. Но в тот момент финансирование проекта не по разным причинам не произошло, но тем не менее мы получили очень колоссальный опыт, как и что нужно делать, и, естественно, мы получили цифры, которые нам помогли вот сейчас в строительстве именно экотехнопарка в Мариной Горке, о котором я дальше скажу. Но дедушка нашего вида транспорта, вот этот ЗИЛ-131, на небольшом отрезке путевой именно структуры, которую мы испытывали, еще раз повторюсь, что в озерах мы испытывали путевую структуру, и очень успешно. Он был, вот этот дедушка стоит как раз именно, вот вы видите фотографии, реальная фотография с экотехнопарка нашего нового испытательно-демонстрационного полигона в Мариной Горке, 60 километров от Минска, это Беларусь. Вот, и спасибо большое Анатолию Эдуардовичу, который неустанно всегда нам говорит о том, что его вот эта фраза или цитата «Мы строим будущее», она как никогда вот именно сейчас, в данный момент, кстати. Почему? Потому что именно сейчас с этой технологией мы строим наше будущее и довольно-таки успешно. Я далее скажу об этом именно почему. Почему успешно? Вкратце скажу то, что можно, о чем можно говорить. Да? Анатолий Леонидович Яницкий, его вот это его красивое выражение, транспортная система Skyway оптимально эффективна и безопасна, это действительно, это выражение имеет место быть, и по оптимальности и эффективности, и по безопасности подтверждают те факты, которые есть у нас, и те, я бы сказал так, не только факты, но и в экотехнопарке проведенные технические всевозможные испытания путевой структуры и наших непосредственно юнибусов, юнибайков и юниконт тоже, вы знаете, что прошел определенные испытания. То есть подтверждает именно, именно эту фразу, подтверждает те события, которые происходили, технические, которые происходили в экотехнопарке по оптимальности, эффективности и безопасности. Хочу остановиться еще раз на этой книге «Инженер». И сегодня прозвучала, сегодня у нас была встреча с Анатолием Радовичем Юницким. Ну, не у нас была, вот так я скажу, хочу сказать, что, наверное, скорее всего, будет правильнее сказать, что я присутствовал тоже на встрече с Анатолием Радовичем Юницким через Skype, и все, весь совет правления тоже был там. И сегодня Анатолий Радович именно в разговоре произнес фразу о, во время разговора была дискуссия, беседа о технических моментах, о вопросы-ответы, и он произнес такую фразу, что прочитали ли вы или имеете ли вы книгу «Инженер». Хочу обратить на нее внимание, и обратите внимание, вот именно ссылочка внизу. Ссылочка внизу – это как раз описание направления, вернее, действия, где эту книгу можно заказать и иметь у себя на полке, я бы так сказал. Я эту книгу получил, вот как раз вам показываю в целлофане, в серединочке написана моя фамилия, дата 11.03, эта книга получена, и она дожидается меня в Петербурге. То есть в Санкт-Петербурге мне ее нужно забрать, то есть она у меня там туда была адресована. Вот. Но самое интересное и самое такое поучительное цитата, спасибо Михаилу Орлову, город Берлин, и Владимиру Литовскому, город Екатеринбургу. И вот Михаил Орлов четко и красным подчеркнул: посмотрим на дела Анатолия Юницкого сквозь призму истории его жизни и нашего будущего. Большое
видится на расстоянии. То есть Михаил Орлов, спасибо, город Берлин. Он подчеркнул именно о том, что мы делаем большое дело. То есть большое видится на расстоянии. И вот Владимир Литовский, город Екатеринбург, он высказал свое мнение вот в цитате такое. Ее речь идет о книге. Ее стоит непременно читать, и все, что в ней написано, мотать на ус. Не сомневаюсь, это будет полезно всем и стару, и младу. Да, очень хорошая книга, великолепная книга, прекрасная. И даже Анатолий Леонидович сегодня в разговоре по скайп-конференции уделил ей небольшое внимание и попросил по возможности, если все-таки именно нам рекомендовал ее иметь. Было, конечно, сказано, что эта книга имеется, и мы ее, естественно, я вот с удовольствием ее буду штудировать. Вот. Но наши коллеги более, те, кто живут в России, конечно, эту книгу уже получали и получают. И вот рецензии, да, такие, книга прекрасная, инженер вот, создал и популяризирует свою нашу струнную технологию для мира. И вот Мария пишет, что когда книга, мной книга была прочтена буквально за 2 дня, то есть она проглотила ее. Я представляю, что прекрасная книга, вот пишет София, книга о сильной, неординарной личности, его жизни, мыслях, изобретениях и так далее, и тому подобное. И действительно, вы знаете, вот еще раз поставлю эту ретриз этой книги, специально на ней останавливаюсь, потому что именно сегодня еще раз уделил сам генеральный конструктор, сам создатель этой технологии и тот человек, который написал эту книгу, он уделил именно этой книге внимание в разговоре по скайпу. Я думаю, что это очень важно. Это очень важно. И те, кто еще не приобрел, приобретите, пожалуйста. Ну, такая книга, достойная книга, я бы сказал, должна быть на полке. Я ее уже приобрел. Вот, сегодня мы поговорим о действующих моделях транспортных средств струнного транспорта Юницкого, и мы видим реальные фотографии, теперь мы используем реальные фотографии, у нас их очень много, нашего видового транспорта, как я уже сказал, у нас 11 видов транспорта, и все мы знаем, что сейчас прошел свои первые испытания, вот с правой стороны, внизу, Юниконт. Юниконт – это как раз машина для перевозки 20-40-футовых контейнеров. Я эту машину очень ждал, и я очень рад, что она теперь находится в Арабских Эмиратах. Дальше я покажу сейчас фотографию. Но вот именно эта машина для перевозки контейнеров, она оказалась, я бы так сказал, что Анатолий Леонидович именно с этой машиной тоже на 3, на 4, на 5 шагов впереди и по своим, ну, как бы не по разработкам, а по видению впереди, потому что эта машина не планировалась в бизнес-плане, этой машины не было вообще в априори запрограммировано. Эта машина возникла уже в момент, когда жизнь шла, и события сами собой, вот так я бы сказал, формировались. И сформировалось именно вот это понятие, что именно эта машина необходима. Может быть, даже эта машина и более будет популярной, более, возможно и так, по всем событиям, которые происходят, она очень востребована. И вы знаете, что самое интересное? Тот момент технический, что вот именно съемный вот этот, как это сказать, знаете, модуль, да, и я имел в виду, что контейнер в одном из видео у Анатолия Леонидовича прозвучало по техническим параметрам, по параметрам мы можем использовать эту машину, именно Юниконт, как машину со сменным модулем. То есть один модуль – это контейнер 20-40-футовый, второй модуль – для перевозки непосредственно людей. И я уже на предыдущей, может быть, 3-4 презентации назад говорил о том, что вот этот концепт полного электрического беспилотника начала проектировать этот концепт, называется Vision Urbanetic, да, вот сейчас вы видели на экране, именно модульный концепт представляет собой платформу с двумя сменными модулями. Практически то же самое, что спроектировал 12 человек. Первый модуль грузовой, второй модуль. Замена модуля, пишет компания, составляет 2 минуты.
Но, смотрите, это опять первый уровень. Здесь я, для чего я вам показываю именно эту фотографию, что мы по логике, по развитию, именно по направлению очень правильно и верно шагаем. То есть единственный момент и очень такой важный момент, мы находимся на втором уровне, то есть мы ушли с первого уровня, соответственно, мы, вот, концерн Mercedes обгоняем на голову, потому что они только приступили к модификации и к апробации, я не знаю, там, к действию. Вот так вот у нас машина уже готова, и мы знаем, что эта машина прошла первое испытание в экотехнопарке в Марьиной Горке. Это центр испытаний и центр сертификации и демонстрации нашего вида транспорта. И мы знаем, эту машину было очень много видео. В YouTube можно найти именно видео по этой машине. И есть видео от самого генерального конструктора, когда машина была в цеху именно на нашем производстве. И там генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий именно сам рассказывал про эту машину, о ее простоте в кавычках и о сложности этой машины. Вот. И я, конечно, очень рад, что эта машина переместилась в Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас вы видите, она именно на той путевой структуре, которая им на сегодняшний день реальная, существует уже. Но, тем не менее, эта машина уже в действии и работает. И это очень показательно и очень хорошо, потому что именно эту машину, вот вы видите, как раз на бирках написан «Антверпен порт», то есть порт Антверпена, когда эта машина будет готова и когда эта машина будет, когда эта машина пройдет такие конкретные уже испытания на путевой структуре, то можно будет вернуться именно в Антверпен порт уже с реальной машиной, с реальной путевой структурой, с реальными данными, показателями и так далее. Вот на этой фотографии, на этих фотографиях вы видите как раз тот момент запечатленной делегации. Я и Владимир Маркович Маслов, вот вы видите, и еще коллеги, мы присутствуем непосредственно в порту, именно по территории. У нас была экскурсия полуторачасовая по территории с коллегами, они нам показывали именно проблемные их места. И вот как раз на нижней левой фотографии вы видите место, где корабли приходят и разгружают контейнеры. Именно контейнеры, и порядка, иногда бывает так, что 2-3 корабля приходят и стоят на рейде в ожидании разгрузки по 2-3 дня. И, соответственно, порт это все оплачивает. Было очень много проговорено. Не один раз мы встречались, порядка 3 раз. Первая была просто презентация, вторая уже была проговаривание на месте, и третья уже была, вот вы видите, на сейчас именно это была такая дискуссия из 4, нас было 5, по-моему, там 3 было ведущих, 3 было ведущих специалиста именно порта, и мы проговорили все нюансы, вообще все нюансы, мы порядка 4 часов общались, все нюансы именно по порту. Это так, почему я так останавливаюсь на этом, потому что для меня это как бальзам на душу, что Юниконт имеет место жить и идет в гору. И это, кстати, нам показатель тоже, говорящий о том, что, коллеги, мы не стоим. Мы не стоим, мы шагаем вперед даже в момент такого вот всемирного такого притормаживания, вот так, что ли. То есть мы идем, как караван такой очень уверенный, и пускай мы немножечко сбавили темпы, но тем не менее мы идем. Прекрасная фотография, где мы видим именно нашу путевую структуру, полужесткую и провисающую, Unibike, знаменитая наша первая моделька, если те, кто с 15 года, знают, как мы его встречали первый раз в ноябре 2016 года. Да? Еще раз эту фотографию, где фотограф запечатлел 6 наших моделей на одном снимке. Прекрасная фотография, она мне очень нравится. Вот, как же устроен Skyway, рельс, именно остановимся на рельсе. Для придания прочности рельс Skyway дополнительно армирован напряженными струнами, то есть внутри находятся пучки натянутых стальных тросов, я бы вот так даже сказал. И тем самым мы достигаем плавность движения транспорта в этом рельсе до 120 раз выше, чем у автомобильных шин на дороге. Это очень большой показатель. И тем самым мы снижаем затраты топлива, и это позволяет транспорту двигаться быстрее и
безопаснее. Как устроена рельс-головка? Рельс, наша рельс уже практически все знают, но для тех, кто будет смотреть в первый раз, новички, у нас очень много, кстати, сейчас новичков приходят и потом просматривают уже видео. Вот это наша рельс-струна. Именно, вот вы видите, головка рельса, внутри находится именно струна, потом корпус, наполнитель. И именно вот наполнитель, он необычен, у него несколько функций, да, у него функция заполнения, вот, и можно сказать так, знаете, как оберегает струны от коррозии, да, потом идет консервация, шумопоглощение, ну и еще плюс некоторые моменты, потому что, если вы помните, Анатолий Иванович рассказывал, что когда в Японии была такая ситуация, когда построили путевую структуру, она была полая, то она звучала как колокол, когда проходил поезд, поэтому мы от этого уже ушли. Плоская головка рельсы и цилиндрическое стальное колесо у нас обеспечивают минимальные затраты энергии на движение. И нельзя нас сравнивать, естественно, ни в коем случае с железной дороги. Даже если вы вот, посмотрите на этот слайд, то даже если сравнить визуально, мы совершенно другие. Не говоря уже о вот этом слайде, где показано с левой стороны это железная дорога, именно рельс-колесо, с правой стороны это мы. То есть пятно качения с левой стороны у железной дороги, оно очень маленькое, при этом нагрузки колоссальные, до 1000 мегапаскалей. У нас пятно качения широкое, практически во всю плоскость, и нагрузки у нас 200 на колесо рельс, и боковое противосходное колесо там 100. Вот. Но плюс еще у нас большое преимущество, у нас стыкосъем идет посредством колесо-рельс. И мы имеем три основных типа рельсов струнных. Для тех, кто будет смотреть в первый раз, это жесткий рельс, это рельс-ферма, да, гибкий рельс и полужесткий рельс. Именно на гибком рельсе мы можем шагать от опоры до опоры, от анкерной опоры до анкерной опоры, до плюс-минус 2 километра, 2 и более километров, но больше 2 километров желательно, там уже идет другая структура внутреннего наполнения и немножко другой рельс по своей конструкции. В принципе, принципиально 2 километра, 2-2,5 километра до 3 – это вообще реальность, которая, ну, больше шагать, я, например, не видел большее расстояние, которое нужно шагать. Электродвигатель у нас свой, как устроен, дальше мы продолжаем, шагаем, как устроен SkyWay. Электродвигатель SkyWay может работать на любом экологическом чистом топливе, от природного газа до метана и водорода, и в транспорте может также использоваться автономный источник энергии, установленный на борту аккумуляторы, конденсаторные или аккумуляторные накопители энергии, топливные батареи и так далее. Мы все прекрасно знаем первую фотографию нашего мотор-колеса. Да? Мотор-колесо было соединено 3 в 1, где было колесо, мотор и тормозная система. Сейчас у нас это уже усовершенствовалось, и каждый раз улучшается и улучшаются показатели. И в последнем видео, где сам генеральный конструктор рассказывал, это как раз вот тележка именно Юниконта, и на нем было показано усовершенствованное мотор-колесо, где двигатель уже стоял 60 кВт и вынесен за пределы колеса специально, да, и он уже соединен полуосью, и мы ушли от ударов колебаний вибрации, плюс у нас пневмоподвеска и так далее, и так далее, и так далее. То есть усовершенствованные, улучшенные машины на порядок, да, и мы знаем, что колесо у нас тоже уже идет в такой вот, вы видите, оранжевая оплетка, резиновая, можно, ну, если так можно назвать, но это не совсем резина, это нанотехнологии, и резина по своим свойствам не уступает металлу. То есть вот так прочность, она вроде бы и создает шумопоглощение и мягкость хода, но тем не менее по прочным характеристикам она не уступает металлу. Нанотехнологии, друзья. Нанотехнологии. Корпус. Коэффициент аэродинамического сопротивления высокоскоростного модуля у нас, мы знаем, да, всего 0,075. Это в 5 раз меньше, чем у самых быстрых автомобилей, серийных автомобилей. Это очень хороший показатель, где меньшее сопротивление воздуха позволяет в десятки раз еще и уменьшить потребление топлива и безопасно разгоняться до 500 км в час. Именно этот коэффициент аэродинамического сопротивления мы получили, все мы знаем, да, это в Санкт-Петербурге, именно продувая нашу модель
в аэродинамической трубе. И вот именно там мы получили эту форму каплевидную. Она оказалась самой экономичной и самой органичной, я бы вот так сказал. Вот. И после того, как все проходит и полностью мы получили хороший результат, естественно, на нашем производстве уже производится именно, я бы так сказал, даже сначала не на производстве, да, все данные попадают, вот вы видите новый корпус нашей компании, где на 9-этажное здание, Юницкий String Technology, на верхнем этаже мы видим надпись именно Юницкие струнные технологии Юницкого, 9 этажей, в которых находится непосредственно более 50 отделов, инженерных отделов, которые занимаются, каждый отдел занимается своим направлением. И на первом этаже Анатолий Радович, непосредственно находится Анатолий Радович и его офис, далее уже инженерный состав. Именно в это здание попадает вся информационная составляющая, и здесь она дальше идет, обрабатывается и с разными программами, вы знаете, мы используем разные программы, об этом уже много говорилось, информационный поток у нас очень хорош, хорошо налаженный сейчас. Вот. Инженерный состав работает, получая и обрабатывая эту информацию. Вот вы видите стенд, который, как в фильме «Аватар», если вы видели, как снимался фильм «Аватар», когда делался вот такой вот эскиз чего-то, и энное количество, почему именно вот такая фанера с мелкими дырочками, такими отверстиями, это именно эта конфигурация позволяет вот снять цифру с нашего непосредственно объекта. То есть, снимая цифру, мы получаем точность при изготовлении не только в миллиметрах, а плюс даже вот в плане расположения ручек, крепления и так далее и тому подобное. И далее, после того, как это все прошло в инженерном, от инженеров спускается это уже непосредственно на наше производство. Вы видите, как раз на производстве изготавливается это именно фотография, это тропический тип изготовления тропического типа. Это два сиденья, которые вращаются уже далее, когда уже закончилось полностью производство, вот такую красивейшую, можно сказать, красивейшее одеяние, вот так, за которое не стыдно. Честно, не стыдно, я даже думаю, что мы делаем ничем не хуже, чем Audi или весь автомобильный. Мы, в принципе, не относимся к автомобильному, да, направлению. Вот, только мы на втором уровне. И мы видим фотографию, где он очень доволен именно качеством и быстротой того, что мы сделали, быстрота соответствовала качеству. Вот. Машина сложная, мы видим, машина сложная, но в то же время и, я бы так сказал, в кавычках простая, но и сложная. Очень много в этой машине чего сделано дополнительно, потому что машина именно сделалась для Арабских Эмиратов, это тропический тип. Там более сложная машина, потому что климатические условия в Арабских Эмиратах немножко другие, не немножко, а отлично другие. Вот, друзья, и, естественно, для того, чтобы производить нашу технику, соответственно, мы ушли от поставщиков, от заказных вещей. И вот вы видите на данной фотографии станок Hans и далее станок Акума. Два станка Акума, которые мы приобрели, прекраснейшие станки, на которых можно делать ювелирные вещи. И вы видели наверняка видео, где из блока алюминиевого машина посредством программы вытачивает льва. И лев получился очень-очень хорошо, настолько тонко, настолько точна эта машина. Вот. На производстве у нас прекрасный костяк такой инженерно-рабочего, такой инженерно-рабочий костяк, который уже четко знает свое направление и четко знает, что делать. И большое спасибо, конечно, руководителю, вот на левой фотографии сверху, Юрий Сенкевич, который руководит этим производством, ему большое спасибо, у него большой, колоссальный опыт именно во всем, и такой, я бы сказал, даже инженер такой с большой тоже буквы. Эстакада. Эстакада – это рельсы для транспорта Skyway, располагается, я бы так сказал, между опорами, да,
рельсы, которые располагаются между опорами, образуя вот именно эстакаду. Вот на данной фотографии вы видите, высокоскоростная модель едет по эстакаде. За счет неразрезной структуры струнного рельса эстакада в 5 раз ровнее и в 3 раза прочнее традиционных мостов и надземных эстакад для автомобилей и поездов. И именно поэтому она расположена над землей, и наша эстакада может быть построена действительно в любой местности, от горных цепей до пустынь и джунглей. И это факт, друзья. Вот как раз вы видите на данном слайде реальные фотографии с экофеста последнего, где вот вы видите большое количество посетителей, партнеров, именно приехали посетить, посмотреть и убедиться воочию о существовании, и даже пока мы даже и практически все проехались и покатались, да, на нашем виде транспорта. Вот стрелочками на данном слайде стрелочками показана новая путевая структура, которая вот-вот уже сейчас будет, как я бы сказал так, не, ну, скажем так, произведена до конца. Анкерные опоры стоят, а теперь она будет монтироваться вот так. И здесь как раз на этой путевой структуре мы отрабатываем болтовое соединение. Как показала практика и ГОСТовские моменты в Арабских Эмиратах, ну и вообще Анатолий Дадович принял решение, что вся путевая структура теперь у нас будет крепиться на болтах, потому что именно болтовое соединение выдерживает цикл более 100 миллионов циклов на вот, сжатие-разжатие. Вот так, если можно сказать. А сварное соединение, ну, я бы так сказал, что мы ушли от сварного соединения для того, чтобы, ну, уже точно 100%, даже 110% подтвердить наши слова о том, что наша путевая структура выдержит 100 лет. Жизнедеятельности ее 100 лет. Немаловажный факт такосъема, да, вы видите как раз на этой фотографии плюс-минус с правой, с левой стороны, но хочу вам сказать, что не вся путевая структура у нас была подсоединена именно в экотехнопарке, подсоединена к электричеству, а именно вот это только для того, чтобы на ней протестировать те некоторые моменты. Вот вы видите изоляционные моменты и всевозможные составляющие по электричеству. Именно для того, чтобы протестировать. А вот это именно, вот это, я скажу так, 4-5 путевых структур, да? А вот это, о которой мы сейчас говорили, ее вот в сегодняшнем разговоре, в скайп-разговоре, Анатолий Дадович у нас сегодня состоял, для тех, кто подключились попозже, у нас сегодня состоялась скайп-встреча с Анатолием Дадовичем, он сказал фразу такую интересную, что у себя в инженерных структурах они именно эту путевую структуру называют Санта-Барбара, вот именно вот эти закругленные такие анкерные, промежуточные опоры напоминают именно тот бразильский сериал, который, если кто-то смотрел, там тоже начало, по-моему, бразильского сериала всегда начиналось вот с именно такой арки с цветами. Вот, идем дальше, да. Вот как раз на этой фотографии показано, это нереальная фотография, это фотошоп, показано именно Univind, наш легкий такой мальчишка, шустрый мальчишка, легкая путевая структура, колтюбинговая труба здесь используется, это легкая путевая структура, и вот видите, как раз показано, как мы шагаем через водную преграду. Где построен Skyway? Экотехнопарк, центр испытаний струнного транспорта, у нас сейчас на данный момент мы имеем 5 типов трасс, которые возведены, и возводится 6-я, 7-я, мы знаем, да? 8 видов транспорта испытаны, но на самом деле у нас 11 видов транспорта произведено. И 6 тысяч посетителей стали пассажирами, это в последний Экофест. Реальная фотография Экотехнопарка, в принципе, можно зайти в интернет-пространство и через сателлит посмотреть реальные события, которые происходят в Экотехнопарке, и все это можно увидеть вживую, все реальные трассы, какие у нас существуют. И вот как раз подтверждение этот слайд, что до 100 лет путевая структура может обходиться без капитального ремонта. 11 новых, принципиально новых моделей транспорта разработали мы, и 3 вида сенсоров обеспечивают работу автопилота. Естественно, как бы наш транспорт передвигается посредством автопилота.
дабы исключить вообще ошибки, человеческую ошибку. Центр испытаний SkyWay в Эмиратах Шарджа, мы знаем о нем очень много информации. Да? В октябре 2019 года открылся первый тестовый участок центра. И тогда мы показывали вот эту 3D-фотографию. Мы ее показывали и говорили, как это будет на самом деле. Вот мы сейчас на данной фотографии видим провисающую путевую структуру, а на заднем фоне мы как раз видим подвесной и навесной, там вдалеке ездит по жесткой путевой структуре уже Unicomp, да. Но на сегодняшний день это реальная фотография с Шарджи, да, из центра испытаний. Это реальная фотография именно уже путевой структуры, действующей путевой структуры, именно с видим со станции, с анкерной опоры. Это все реально, и эти фотографии подтверждают, что именно этот транспорт имеет место быть в Шардже. Именно в Шардже он испытывался. Вот вы видите тропический тип нашего вида транспорта. Именно с встроенной той сложной системой, именно обдува рельс-струны, потому что там песок с пылью и с жаркой погодой, соответственно, должно быть... Ну, это именно тот момент, который необходим для тех погодных условий, я бы так сказал, в Арабских Эмиратах. Да, машина хорошая, прекрасная, и фотографии предыдущие показывали о внутреннем состоянии. Вот еще одна фотография. Как раз нам довелось с Евгением Кудряшовым в первый самый момент, когда эта машина еще стояла на нашем предприятии, на нашем заводе, я бы так сказал, и она готовилась к отправке в Шарджу. И тогда нам удалось в ней первый раз посидеть на этих... Как вы знаете, когда кто-то покупал новый автомобиль, садишься в новый автомобиль, а он пахнет вот этим новым состоянием, да? Как раз там внутри мы получили такое новое состояние и такой новый толчок, прилив такой энергии хороший был. Вот. Это схема именно парка в Шарже, в Арабских Эмиратах. Вот красные линии сверху мы как раз видим или можем наблюдать путевую структуру провисающую, которую мы сейчас, или легкую, я бы вот так сказал, легкую путевую структуру, которую мы сейчас видели на предыдущих слайдах, да. А ниже мы видим пунктиром, и это вот путевая структура, уже жесткая путевая структура. Вот мы можем ее наблюдать вот на этом слайде, это 3D-изображение. Как раз это вот аркообразные такие, если мы видим промежуточные опоры, в середине стоит эко-дом наш, да, эко-дом уже построен, мы об этом знаем, и мы знаем, с какими сложностями и с каким таким внутренним прекрасным состоянием мы были в таком прекрасном состоянии внутреннем, когда мы... Все-таки он приехал в Арабские Эмираты, и все-таки даже при невозможности постройки именно деревянного дома, вы знаете, коллеги, что в Арабских Эмиратах нет возможности построить деревянный дом, но тем не менее мы построили этот экологически чистый дом в Арабских Эмиратах. Вот и прекрасные фотографии. Спасибо фотографу, запечатлели красный закат в Арабских Эмиратах. И экодом внутри. Это уже реальные фотографии, как существует экодом в Шарже в этом парке. Да? И вот и на этой фотографии мы как раз можем наблюдать анкерные промежуточные опоры и станцию именно в следующий этап нашего развития, это под жесткую путевую структуру для Юниконта. Вот так она будет выглядеть, вот с разворотными системами, со стрелками и так далее. И вот на верхней части вы видите зелененьким, это как раз эко-дом, предыдущие слайды я вам показывал. То есть эко-дом есть, а путевая структура вот будет монтироваться в ближайшее время. Мы узнаем из первых уст от наших партнеров. Вот, проекты и трассы SkyWay в Дубае, мы об этом знаем, информации много, очень много информации, но эта информация будет шаг за шагом поступать от наших партнеров, и она поступает, и спасибо партнерам, что они на сегодняшний день эту информацию не подтормаживают, а стараются ее вовремя и нам подать на блюдечке, вот так что ли. Современный транспорт, мы знаем точно, что он разрушает планету,
Поэтому и вот эта конференция, которая была вот 3 марта, Анатолий Эдуардович вот только что прилетел из Арабских Эмиратов, он выступал, именно был приглашен вот Хусейном Мухаммедом Аль-Махмуди на эту конференцию, и там он лично выразил благодарность Анатолию Эдуардовичу за то, что именно этот транспорт имеет место быть в Шардже, именно в этом парке. Он благодарен ему, и, соответственно, Анатолий Эдуардович тоже выразил свою благодарность, что и выступил там на этой конференции. Вот. Большое спасибо Анатолию Эдуардовичу за то, что он так всегда с таким, знаете, как неустанным таким, не знаю, как батарейка работает в этом направлении, черпает энергию, и, видимо, пространство, невидимо, а точно пространство ему дает энергию для того, чтобы быть всегда на коне. Вот. На прошлом вебинаре я показал, что я такие небольшие слайды, я их сейчас повторю. Слайды, говорящие о том, я, знаете, как пробежался по интернету и посмотрел на те моменты в автомобильном именно, ну, не в автомобильном, а вообще в транспорте, в направлении по транспорту, где, кто, в каких областях именно со стартапа, с точки нулевой начали разрабатывать и в инженерном плане проектировать, потом спроектировали, сделали и выпустили уже сертификационную модель в жизнь. Не совсем в жизни, а продемонстрировали пространству, что такая машина имеет место быть. И вы знаете, оказалось, что в основном все, что есть, это все, во-первых, это аккумуляторные, ни одной нету с двигателем внутреннего сгорания, я сейчас вам покажу эти слайды, и б, это первый уровень. Все, на втором уровне ничего подобного вообще в априори нет. Я имею в виду, я сейчас говорю о том, чтобы это было от точки А до точки Б, как у нас спроектировано, в чертежах рассчитано, спроектировано, сделано, просертифицировано, продемонстрировано, апробировано и выпущено. Такого нет. Я имею в виду второго уровня. Первый уровень, да, есть вот, видите, Трига, такая машинка в Польше сделанная. Особенность этой машинки, она аккумуляторная, в том, что у нее она имеет возможность сжимать и разжимать шасси. То есть у нее шасси, вот переднее, вот как раз видите на этом слайде, с правой стороны машинка с сжатыми шасси вплотную, да, а с левой стороны машина разжала свои шасси. Это единственное, что она умеет. Вот. Второй момент – это вот EcoTer, это вот такой маленький первый в мире электровелосипед с концепцией складывания в цилиндр, да. И вот таким образом он складывается в цилиндр, тоже электровелосипед в электрическом направлении. Далее, здесь, по-моему, у нас была Австралия, что ли, ну не помню. Вот это Австралия, вот. Австралия – это вот сделали вот такой вот электробайк, я бы сказал, мотоцикл, что ли, вот так. Мотоцикл, да, который имеет возможность передвигаться порядка 2 часов на аккумуляторе со скоростью до 120, по-моему, километров в час, но у него бешеная цена. Что-то первоначальная цена у него была порядка 30 с лишним тысяч евро. Вот, ну, он имеет место быть. Вот, как бы есть такая модель, вот она действующая, апробированная, засертифицированная. Вот, другая машина EZ10, она меня привлекла внимание только тем, что, во-первых, она беспилотная, да, и, во-вторых, она имеет вот такой 360 градусов обзор. Это как раз меня навеяло на мысль нашего вида транспорта, что у нас вид транспорта тоже имеет вот такую умные глаза, я бы вот так сказал. То есть у нас же тоже вид транспорта, наш вид транспорта на втором уровне тоже беспилотный, но здесь... Вот этот именно этот такой городской мини-автобусик, беспилотный EZ10, и он проходит апробацию, но это опять первый уровень, Испания. Нидерланды сделали вот такие, это электровелосипеды, я бы вот так сказал, электровелосипеды. Почему именно Нидерланды и электровелосипеды? Потому что в Нидерландах, в Голландии очень... развито движение на велосипедах. Если вы были в Амстердаме или если вы были в Голландии, у них иногда раз, по-моему, в 1.5-2 года, иногда сейчас почаще, именно в Амстердаме чистят канал
красивейший канал, конечно, я имею в виду, сама инфраструктура очень красивая, но когда они чистят канал, то, естественно, экскаватор достает оттуда бешеное количество велосипедов утонувших. И очень много, это практически 70% передвигаются на велосипедах. Поэтому это место имело место жить вот в Нидерландах, вот такой вот 100% электрический трехколесный велосипед. Вот тоже изготовленный и тоже запатентованный. Не знаю продолжения, я имею в виду просто, что есть, я демонстрирую, что есть на рынке. Вот, Соединенные Штаты, Aptera, вот, единственная модель, которая мне более-менее понравилась. Почему именно почему? Потому что электромобиль на солнечных батареях, и он достигает солнечную энергию, он принимает, я бы так сказал, солнечную энергию посредством своего фюзеляжа. То есть у него полностью весь, вот вы видите на этой фотографии, можно разглядеть, у него полностью весь корпус сделан из солнечных элементов. То есть он передвигаясь, плюс еще и рекуперирует, во-первых, он рекуперирует энергию торможением, да, но и для экономии заряда аккумулятора. Ну и также он как бы своим корпусом принимает солнечную энергию и накапливает ее в аккумуляторные батарея. Он изготовлен из прочного легкого углеродного волокна, плюс у него хорошая аэродинамика. Почему я именно на нем остановился? Потому что Анатолий Адович еще энное количество лет назад говорил, что плюс еще будем использовать солнечные элементы на корпусе наших юнибусов, юнибайков и нашей техники для того, чтобы насыщать аккумуляторы энергии. Вот я к этому, потому что вот технология используется, но это первый уровень, друзья. Первый уровень, вот, единственный момент, который мне вот понравился, это Болгария. Такой вот электроджет, я бы сказал, вот так что ли, электрический водный мотоцикл. Байк, водный байк. Ну, в этом пространстве, в водном пространстве еще конкурентов как таковых немного. Поэтому возможно, что именно этот байк будет иметь место быть. Вот так. Поэтому практически ничего на втором уровне нет совершенно. То есть мы на втором уровне в своей отрасли первые и единственные. Единственное, что вот якобы там заявились, это коллега из Бельгии мне прислал, SkyTran такой. Но, ребят, я посмотрел, зашел на их сайт, я посмотрел полностью всю информацию. Во-первых, они только-только, это в Соединенных Штатах, они только-только начинают место что-то там двигаться или что-то быть, пробовали или не пробовали, не знаю. Но я вот специально сделал такую выписку, они на магнитно-левитационной системе. То есть тут именно разработка, именно направление, вот даже если их разделить, магнит и левитация. Друзья, те, кто понимает, о чем речь идет, о сложности процесса и вообще, ну, в общем, магнит и левитация, то есть магнитно-левитационная система, и она... Может быть, еще в ближайшее там какое-то время будет, а может быть и нет. Это единственное, вот что поднялось на второй уровень. Все предыдущее, это был первый уровень, и поэтому на рынке, я бы сказал так, что мы на первом месте. Проект Венера. Когда-то, давным-давно, в 2011 году, я узнал вот об этом проекте, проект Венера, это Жак Фреско. Меня он очень зацепил, потому что вот левая верхняя фотография – это, можно сказать, наши линейные города, да, все посередине проходят трассы. Но почему я именно на нем останавливаюсь? Жак Фреско – это прекраснейший инженер, у него очень много разработок. Если кто-то желает, можно даже посмотреть в интернете, набирайте Жак Фреско, проект Венера. Когда-то в 2011 году вот мы пригласили Жак Фреско вместе с супругой. Это было очень трудно. Он из Штатов. Во-первых, ему было 96 лет. Почему я говорю ему? Потому что, к сожалению, он ушел из жизни уже в прошлом году. Но, тем не менее, 3 месяца мы с ним переговаривали, вели переговоры. Через 3 месяца он согласился приехать и представить свой проект «Венера». Прекраснейший проект. Тогда мы планировали его в 2011 году реализовать на просторах Земли. Я сейчас скажу, к чему я это все говорю. И вот как раз на этой фотографии вы видите, я приземлился на ковер, да, и в серединке за моей спиной сидит Жак Фреско со своей супругой Роксаной Медоуз. И мы тогда
сделали большую конференцию вот в этом, в этой гостинице, гостиница Октябрьская, те, кто знает, на проспекте, на площади Восстания в Санкт-Петербурге, напротив Московского вокзала, старейшая гостиница, очень красивая, 1500 человек было, не хватало мест. Вот, потом у нас была, на второй день у нас была конференция в Аграрном университете для студентов. Студенты каверзные вопросы задавали, но тем не менее этот человек выдержал. Вот, ему было, кстати, очень холодно. Вот на правой верхней фотографии вы видите, он очень замерз. Ну, 96 лет человеку, тем не менее, он прилетел в Россию именно для того, чтобы презентовать свой проект и поговорить об этом, именно о проекте, вживую. Вот. Именно здесь, вот спасибо этому проекту большое, потому что именно здесь, вот именно в этих структурах, именно в этой молодежной сфере я и именно вот на этой конференции мы первый раз с Ириной, с супругой моей, узнали о проекте, через проект Венера, вот так я бы сказал, мы узнали о проекте Unitsky String Technology, о Skyway. И спасибо большое этому проекту, потому что я теперь точно понимаю, что если бы не было этого проекта, или бы, я бы так сказал, если бы мы не прошли через этот путь, то, скорее всего, мы не получили бы информацию и не узнали о проекте Skyway. Вот. Поэтому все самое лучшее решение это создает Skyway в надземном электромобиле на высокопрочных струнных рельсах. И это точно нет ничего похожего. И именно Skyway, я бы сказал, и экология, но я бы сказал, написал бы даже так, убрал бы и написал бы Skyway плюс экология. И это точно 100%. И Skyway это именно тот транспорт, который нужен нашей планете. И я сам лично убедился в этом, когда вот у нас была, во-первых, у нас сегодня была очень серьезная такая беседа, и я на ней присутствовал с Анатолием Леонидовичем Веницким через Skype. Я очень много полезного и такого, такой инсайдерской информации получили мы, не инсайдерской, а хорошей, я бы сказал, такой информации Анатолия Леонидовича, еще раз поддерживающей информации, поддерживающей в каком плане? В том плане, что все, что делается, все, что мы делаем, и мы правильно делаем, и будет в ближайшее время открываться и открываться информация. Анатолий Леонидович сам за этим следит, какую именно информацию и в какое время давать. И именно почему именно вот Skyway, транспорт, который нужен нашей планете, я знаю точно на 100%, что он сейчас именно так и есть. Почему? Потому что у нас была Zoom-конференция с одним из городов России, с одним, я бы сказал, из таких, у нас есть два крупных города, вот, один из крупных городов, у нас была Zoom-конференция, и мы очень долго и много говорили, у нас там очень хорошие направления, и к чему я это говорю? К тому, что у них прозвучало именно одна фраза: можете ли вы сделать вот именно вот это и вот это, и шагнуть вот через водное пространство вот здесь и вот здесь. Соответственно, как бы, естественно, для нас это расстояние совершенно нормальное, и мы сказали, что да. И вот именно эта фраза, транспорт, который нужен нашей планете, у них прозвучало так, из их уст прозвучало другое, немножечко по-другому. Они сказали, что вы знаете, это именно тот транспорт, который нам нужен именно сейчас. Я теперь на 100% уверен, даже на 110%, потому что все шаги, которые я делал и где бы я ни был, подтверждают тому, что именно нужен и готовы люди уже, готовы партнеры, и очень много на сегодняшний день всех событий, хороших событий, которые произошли, и которые я знаю, и которые будут открываться, они говорят о том, что мы не на просто на правильном пути, мы действительно на очень правильном пути. И я, с чем я и вас, и себя, друзья, поздравляю, да? Поздравляю в этом и говорю об этом совершенно спокойно и с радостью. Вот, друзья, на сегодня у меня все. Такой маленький, короткий, я бы сказал, обзор, да, всех нам благ. Не забывайте про книгу «Инженер», она должна быть у нас на полке, я ее уже заказал, осталось только в Петербург съездить за этой книгой.
И всех нам благ, и до следующего раза, да, друзья, до следующего раза, и мы встречаемся в следующем месяце. Я сделаю такой маленький небольшой ракурс по всем событиям, которые происходят в нашем виде транспорта и вообще в нашей компании. Спасибо, до следующих разов. Сегодня находимся в экотехнопарке Мариной Горки. За моей спиной несколько фрагментов транспортных комплексов. То, что темно-серое, это ВЭКС номер 4. Немножко дальше это ВЭКС номер 1. За ним, за этим транспортным комплексом располагается еще недостроенная, еще строящаяся ВЭКС номер 5. Мы постоянно оцениваем возможность применения той или иной трассы. Допустим, это город. Берем город, смотрим. Если расстояния нам позволяют делать большие шаги и не мешает, скажем так, инфраструктура самого города, мы применяем гибкую или полугибкую, а также высота еще очень важна в этом деле. Вот. Если же у нас получается, что очень много инфраструктуры, то есть мосты, дороги, и нам приходится между ними лавировать, условно назовем это так, то, конечно, здесь уже предпочтение получает жесткая наша структура, которая обладает теми свойствами, что она может поворачиваться в любом месте. Потому что если мы берем наши стандартные структуры, это полугибкая, гибкая, то здесь есть один, скажем так, момент, который мы должны все учитывать, это то, что она должна быть идеально ровная от опоры анкерной до анкерной опоры. А только потом уже между анкерной и опорой мы можем поворачивать. То жесткая структура позволяет нам уйти, опять же, непреднапряженная, уйти от этого и немного поворачивать, лавировать между путевыми, скажем так, существующими какими-то структурами или инфраструктурой города самим, то есть здания и все остальное. Если же мы берем уже за город, то здесь предпочтительно применение легких наших структур, это гибкая и полугибкая. Они обладают большим шагом промежуточных опор, соответственно, мы экономим как на занимаемой земле, и также у них снижена металлоемкость. Всю нагрузку на себя принимает анкерная опора, но ее, скажем так, объем и занимаемая площадь настолько будут незначительные, что мы можем даже, в принципе, на это не обращать внимания. Один из аспектов безопасности транспортного комплекса – это защита и от террористических угроз. Ведь разрушение путевой структуры и разрушение анкерных опор, промежуточных опор возможно только благодаря подобным воздействиям. Путевая структура и промежуточные анкерные опоры рассчитываются на определенные нагрузки, и в процессе штатной эксплуатации их разрушение предполагается невозможно. Более того, необходим и будет проводиться регулярный технический осмотр путевой структуры и опор. На экотехнопарке мы проводим испытания транспортных комплексов. Это путевые структуры и, соответственно, транспорт на них. Это нужно нам для того, чтобы определить методики проектирования, отрабатывать какие-либо решения в конструировании и определять необходимость тех или иных устройств в подвижном составе. Наши путевые структуры SkyWay являются универсальными. Они применяться могут в разных климатических условиях, соответственно, в разных странах. Минус 40, минус 50 до плюс 60, плюс 70 градусов. Путевые структуры универсальны и используются там, где нужно, допустим, пройти над чем-то. Это реки, это горы, это будет даже город, в принципе, тот же самый. Вот. Мы можем проходить на втором уровне, можем проходить над вторыми уровнями, то есть над другими дорогами. Тогда мы поднимаемся выше, ну и, соответственно,